Поздравляем Павла Николаевича Грудинина с днем рождения из станицы Плотнировской, Краснодарский край, Кореновский район. Здоровья и благополучия. Уважаемый Павел Николаевич, я и все наши люди города Тихорецка, Тихорецкого района, которые очень хорошо вас знают по выборам, поздравляем вас с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. Самое главное, сибирского здоровья, кавказского долголетия, любовь ближних ваших и всех. И оставайтесь таким, каким вы были и есть. Всю жизнь таким будьте. Спасибо вам огромное. Уважаемый Павел Николаевич, наш маленький кубанский коллектив агрофирмы «Кавиар» поздравляет вас с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, желаем благополучия вам, вашей семье. Мы желаем вам больших жизненных сил для того, чтобы преодолеть те трудности и преграды, которые поставили перед вами недоброжелатели. Мы желаем всяческих вам успехов и, самое главное, здоровья. Поздравляем с днем рождения! Поздравляем! 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 Здравствуйте, ТВ «Совхоз», «Совхоз Ленина» и Павел Николаевич Грудинин. Мы находимся в станице Дмитриевской Кавказского района. Ну, наш народ все-таки, дух коллективизма у него в душе заложен. Вот у нас собирается в фермерском хозяйстве нашем, Маслова Николая Николаевича, собирается по утрам всегда, вот у нас, как раньше в колхозе на наряды собирались, так и у нас сейчас же собираемся, всякие вопросы обсуждаем. И вот мы собрались поздравить Павла Николаевича Грудинина, нашего друга, коллега и товарища, с днем рождения его. Павел Николаевич, здоровья вам крепчайшего, терпения. Ну и, конечно, чтобы наконец отстали все эти бандиты, олигархи, все эти захватчики, которые пытаются уничтожить совхоз Ленина и преследуют его руководителя и сотрудников, чтобы это все ушло в прошлое. Вам здоровья сибирского, счастья земного и созидательного труда на долгие-долгие годы. А мы вас всегда поддержим. Причем собирается у нас всегда здесь публика вот, совершенно разносторонняя. Вот я, Маслов Николай Николаевич, фермер. Это вот обычный водитель школьного автобуса Куксов Вячеслав Алексеевич. Так же самое имеет личное подсобное хозяйство и механизатор на все руки. Пивоваров Юрий Станиславович, то же самое, самый обычный механизатор, занимается личным подсобным хозяйством. Коллега Ушаков Владимир Михайлович, фермер, предприниматель индивидуальный, и торговлей занимается, и фермерством. В общем, все самые обычные люди. Всем вам поздравления, а совхозу процветания и его руководителю крепкого-крепкого здоровья. Павел Николаевич, мы дружим с вами много лет, и поэтому поздравить вас с днем вашего рождения. Всех вам благ, здоровья, вашей семье. Приезжаем к вам, набираемся от вас опыта, поэтому за все вам спасибо. Павел Николаевич, крестьяне всегда с вами. Я надеюсь, что вы в политической своей жизни займете свою нишу, здоровья и многих лет жизни. Павел Николаевич, коммунисты Тихорецкого районного отделения поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов и чтобы и в дальнейшем совхоз имени Ленина был одним из лучших не только в России, но и в Европе. Все ваши достижения мы знаем и помним. Мы всегда поддерживаем вас и ваше стремление, чтобы ваш совхоз был лучшим в стране. Здоровья вам крепкого на долгие годы. Мы все желаем, не только коммунисты Тихорецкого районного отделения, сторонники партии,
патриотические силы Тихорецкого района. Счастья, благополучия, всего вам самого наилучшего. Уважаемый Павел Николаевич, молодые тихорецкие коммунисты поздравляют вас с днем рождения. Мы желаем вам бодрости духа, здоровья, сил, успехов, преодолеть все трудности. Мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать, Павел Николаевич. Приезжайте к нам в Краснодарский край, мы вас будем очень рады видеть. Всего вам самого наилучшего, вашей семье, вашим деткам. И чтобы только самые лучшие и приятные моменты были в вашей жизни. Все, всех вам успехов. Уважаемый Павел Николаевич, разреши поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе всего-всего хорошего, отношения к людям, к своим верным и товарищам и друзьям. Пожелать тебе в следующем году всех всяческих успехов и благополучия, здоровья тебе большого. А кроме этого, желать-то и нечего. Нам осталось только одно, одна радость – наше здоровье. Спасибо тебе за все то, что ты делаешь. И спасибо за поддержку нас, селян. А мы уж постараемся накормить Россию вместе с вами. Спасибо еще раз тебе с праздничком.